2022 года 11-летняя Валерия Фролова из Москвы получила подарок от Владимира Путина – щенка Джек Рассел Терьера, о котором девочка давно мечтала. Валерия написала письмо президенту с просьбой подарить ей собаку. Щенка с родословной вручили представители префектуры района Ховрино. Его выбрали в одном из питомников Подмосковья. Чуть раньше, также к праздникам, щенков от президента получили мальчик из Северной Осетии и девочка из Омской области.